Елки, животные, символы Нового года разных лет, карнавальные маски и костюмы. Все это уместилось в небольшой выставке. Ее к Новому году подготовили студенты училища искусств. Эта елка, например, состоит из одних прищепок, другая сделана из витражных стекол, третья из строительных материалов. В основе этого новогоднего дерева гипсокартон, а украшения этой зеленой красавицы сделаны из мандариновой кожуры. Одним словом, к заданию студенты подошли творчески. Студенты занимаются с удовольствием не только вот своей основной деятельностью, станковой живописью, постижением азов искусства живописи, но и занимаются очень охотно творчеством. Поэтому то, что вы увидите, это, конечно, вот результат их такой творческой деятельности. Многие экспонаты выставки сделаны в технике папье-маше. Например, вот такая большая карнавальная маска акулы или эти символы Нового года прошлых лет – лошадь и свинья. Есть в экспозиции символ текущего 2015-го. Маленького барашка студенты сделали из салфеток. Интересными получились и работы из бумаги. Выполнены в технике бумажной пластики с использованием ватмана, клея, и как бы сама тема называлась «Карнавальный костюм». Mm-hmm. То есть, если посмотреть поближе, там видно, что костюмы представлены различных народов и различных эпох. Кстати, новогодние елки, сделанные своими руками, студенты Сочинского училища искусств ежегодно выставляют на общегородской конкурс дизайнерских елок и занимают призовые места. У студентов, рассказали в училище, еще много интересных идей. Это значит, что эта выставка не последняя. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.